мне кажется, это инсайз, если честно. Если сейчас сверху что-то сломается... Это радуга. Так и знал, что это либо радуга, либо инсайз. Так, ну, найдено тело Максима. У нас мертвый муниверс и Арсений. Так, последний раз скажу я так, видел... Я предатель, за мной очень часто терся, бегал, пока я носился. И я думаю, что это предатель, потому что он прям не за целями, а за людьми бегал. И когда он видел, что я с кем-то, кажется, был с муниверсом или с Арсением, он отступил. Так что я думаю, это инсайз. Я был, короче, на правой верхней, типа, потом в комнату службы безопасности. Ой, это не безопасности, а... Угу. Пилотная комната, блять, как она называется. Угу. Так. Я типа там чинил хуйню, типа сканировал, точнее, эту штуку, приборную панель. Потом ушел в сторону показательного этого, вот, как раз где безопасность, вот эта штука. И а ты не видел труп там, где пилотная как нет, раз? Нет, 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 нет. Я туда ушел как раз, вот я с тобой встречался в самом начале. Бля, рановато я проголосовал. Вот что-то да. Рановато я проголосовал. Я никого не встретил. Я последний раз видел, блядь, Радоса в моей руме, где стоял Арсений, блядь, на выходе. Он стоял, я пробежал, он просто у управления он был. А, ну я туда только прибежал в этот момент. Ну ты прибежал, я оттуда убежал, блядь. И типа, ну, последний. Это я считаю, это было. Я поднялся вверх в центральную комнату, забежал направо, и убийство произошло. Ты был рядом с ним в последний раз. Ну я был. Поэтому я, блядь, я туда только зашел и все. Да, да. Я вообще думал, что это Арсений. Потому что он ходил по заданию, он их не убил. Арсений убил муниверс и... Нихуя себе не понял. Да, да, да. Дело так, раскрыто, это глупо. Это глупо, да. Я зарадовался, он их не выполнял. Что, типа, я последнему видел. Почему я не выполнял задание? Нет, я нет, говорю, нет, я изначально Арсения. Был... А что ты взял, что Арсений не выполнял задание? Ну, просто он стоял... А как он умер тогда? Нет, я говорю, что... Вот именно, его убили. Он должен был выполнять задание, его ёбнули. Его ёбнули... А, не, я обнаружил муниверс. Я обнаружил муниверс... Или Арсения, блядь, кого я обнаружил, нахуй? Кого-то, короче, пилот не обнаружил. Погоди, пилот блядь, это... Да, они тупят, это правая, просто шо. Самая правая, блядь. Погоди, самая правая, блядь, самая правая это... Пизда! Предатель не был предатель. И все, сейчас по идее Радос убивает Краймера и ГГ. Да или нет? А, ебать. Я нажал эту кнопку, потому что я знаю, что нам всем пизда. И сейчас нужно выбрать кого-то, не дожидаясь конца. Очень сложный выбор в таком случае, потому что я хуй знает. Потому что ты это, скорее всего. Почему ты так считаешь? Потому что ты проголосовал за инсайза, когда это была плохая идея. Ну, потому что ты вначале... Я не знаю, я хуй знает. Я сказал, что это плохая идея. Краймер, что скажешь? Я хочу послушать тебя. Я то, что я знаю, то, что я не предатель, поэтому... Шанс 50 на 50. Ты типа, глупо как-то, да. А что ты рофлишь? Забавная ситуация. Ну, Раду сразу убежал на старте. Ну я пошел дальше задание свое выполнять. Я справа сверху сделал свои задания, пошел вниз сделать. Единственное, блядь, что меня останавливает, это то, что мне власть закрывает проголосовать за радугу, потому что я понял, что он сливает инсайза, когда я промахнулся, хотя он мог предложить там скинуть голос на кого-то еще. Да я ты никого не ставил. А можно голос менять? Инсайза ни в чем. Типа, ты знал, но ты знал, что я мяснул голосом и голоснул за него, чтобы его выкинули нахуй. Все, я за радугу. Минутку. Да, но я уже голоснул, мне похуй, извините. Вот сейчас, допустим. Я плохо играю просто. Мы остались втроем. Предатель убивает одного, и что происходит дальше? Я тоже хуй. Предатель победил. Ну то есть, если тогда Максим бы убил бы меня и не жал бы на кнопку. Да я, блядь, дальше. Да, блядь, всего так и блядь, ну это как-то глупо, парни. Я просто. Это как-то глупо, блядь. Скраймер, он меня не ёбнул, блядь. Имеет смысл. Пизда тебе, походу. Ты предатель? Да. Есть. Сука, слишком мало нас. Он слишком быстро захуярил меня, я даже не успел, блядь, понять. Бля, я думал, типа, инсайз или радуга, блядь. Инсайз убегает радуга, блядь, сразу, через секунду, нахуй. И этого? Все, не пиздим. Бля, мужики, а можно только вопрос, как убивать? Ну, типа, просто на мышке? Нихуя себе. Нет, там кнопка будет. У тебя две кнопки, юз и убийство, все. А саботаж, это что, мужики? Кто нашел да, тело? Да, блядь, ёпта. Максим, подожди, я, получается, нашел. Пробегал. Нет, ну я влево пошел, потом вниз. Арсюха, и внизу я встретил муниверса. Арсюха, что ты делал в той комнате? Чинил эту хуйню. Арсюх, что ты делал в той комнате? Я говорю, чинил. Я, блядь, за Арсюху проголосовал. Почему? Блядь. Ну, типа, я так почему? Комнате, ну, я, блядь...
Блять, ну ты голосуешь за меня, хотя мы были с Universal FDM, что за хуйня? Секунд, нет, ну просто типа. Так мы можем скипнуть, ну потому я не буду голосовать, потому что я не знаю, типа. Я не видел, я видел только Universal и все. Ну можем не голосовать. Типа, блять, я спал. Пиздец, Арсюху выпизнули. Он 100% был не этим. Значит, Universal. Значит, Universal, блять. Теля, ну мне понравилась хуйня, ты говоришь, да я так, а ты бежал. Так, а ты доебался до меня, так ты посмотри карту, я тебе нормально говорил. Я ушел влево и был сверху в реакторной, а Муниверс был снизу, блядь. Я говорю, а откуда ты шел? Ты говоришь, сверху шел. По верхнего, в правый, нижний, через... Я вообще никого не видел в этой партии, я нашел камеры. Тут есть слева камеры, на которых можно смотреть, блядь, что происходит на корабле. А где тут... Подожди секунду, извини, пожалуйста, а где тут... В левом нижнем, в левом нижнем. В левом нижнем? Я там был. Там, я был рядом там на камерах стоял, не видел труп. Но прикол в том, что я когда я пришел не справа... Не в самом левом. Ну я когда пришел справа верхнего вниз, в самый низ, ко мне слева, снизу, лево-снизу, пришел инсайз. Блять, пацаны, я сижу... Возможно это Максон. Ты, блядь, это Максон, мне тоже кажется, что это Максон. А может скипанем голосование просто, блядь? Там не ноль. 4 человека. Ну, Максон, ты говоришь, типа, я был там, я нашел камеру. Да, если я Максон, почему я был один, я нашел камеру. Что ты хочешь? Что тебе еще сказать? Что я с кем-то был? Я никого не видел. Я провел карточкой, я выбросил мусор и пришел на камеру. Все. Это все, что я сделал в этой карте. Бля, а я стою, чиню реактор, сука. Там была карточка, слишком быстро я провел, потом нормально провел. Так, смотри, все ушли влево, кто-то ушел, и инсайд зашел вниз. Опа, пизда ему. А там... Ну, ебать. Я захуярил, чувак. Хуйня в том, что я тебя даже не видел, ебать. Я иду, инсайд, ты похуярил. Сеня убил! Как залезть? Пизда мне! Это Арсений. Арсений убил чувака, да. Из вентиляции вылез. В смысле, блядь? В командном отсеке. Что, блядь? Вы что травите, блядь? О, боже, ты при мне нахуй открыл чел, решетку, блядь, блядь, чел, какую решетку я открыл, блядь? Я стоял, делал вообще хуйню. Да-да-да, в подсеке стены. Блядь, блядь, чел, какую цель? Я делал хуйню, блядь. Ага, в подсеке с телом. А пошел нахуй, чел, ладно. Сука, я не мог вылезти с него. Я нажал, типа, да, короче, и в пизду эту игру. Я нажал, типа, лезть в бок, блядь, и не смог. И у меня чел вылазит, и Максим стоит, блядь, рядом, я думаю, охуеть. Мне, блядь, везет на вас. Так, это в центральной комнате, мы с Универсом шли на вызов и только что нашли Радоса. Это точно не Асмодей. Я не знаю, почему Универс... Это Крамер тогда получается. Крамер со мной только что был. Это я с тобой только что был. Так не, он прям сейчас со мной Крамер бежит, да. Типа. Так как это, если Муниверс... Ну, Муниверс не чекнул труп даже. Труп. Да, он пробежал мимо. Да. Но он Муниверс был со мной справа. Со мной в упор стоял только. Я нашел тело, это Арсений. Васюха, что скажешь? Я хуй знает. Я не могу голосовать. А где ты нашел его, Джокер? Потому что я даже не видел. Кого убили? Мы убили Муниверса. Блядь, ну, Асмодей, на самом деле это хуйня какая-то. Я был снизу, чел. Мне кажется, это Джокер. Ну, потому что, блядь, я был внизу, я в командном центре был изначально. Я нажимал кнопку. Там было. Где ты нашел труп, Джокер? Ну, давай скажи просто, где ты нашел труп и все. Я бежал там, где утечка кислорода. Ну вот, а я был внизу, ебать. Я нажал внизу кнопку. Ты убегаешь, блядь, оттуда, где тело. О чем ты, блядь? Я внизу стою в командном центре, я жму кнопку, блядь, и ввожу пароль. Хорошо, смотри, это он. Я ввожу пароль, Джокера, а ты стоишь, блядь, и убил, походу, Универса, который вводил пароль с другой стороны. Да, делать мне нечего, убивать Универса. Блядь, ну смотри, я тебе говорю, это Джокер, потому что я ввел пароль внизу, а сверху побежал нажимать Универс. Ладно, я кикаю Джокера, потому что они не сходились с показания с Краймером. А, все ясно с тобой.
Ну, типа, либо ты Джокер перепутал, либо ты предатель. Я в шоке. Ну что, бля? Бля, я думаю, пизда. Я уже, короче, когда... Сука, долбится в глаза, походу, блядь. Да, слепой. Слепой. Ебашу чувака, там голова. Он по кругу пробегает. Блядь, а я думаю, пизда мне. Это еще не все. Потом он бежит обратно, по трупу проходит и дальше бежит. Не видит трупа, сука. А я думаю, пизда мне. А Муниверса не замечает, да, когда тебя рандо зарез. Прям, Муниверс прямо смотрел, как тебе голову отрезают, чтобы ты понимал. Я просто не увидел, похоже, реально. Я вот это мне не поверил. Слышь, ты с Краймером с показания разошлись. Бля, а еще... Бля, дед, сука. Бля, походу деда я вам базарю. Не хочу я чинить там пока что ничего. Я хуй знает. Пап, пизда! Пизда! Это Тереха. Да, это кажется заметил. Во-первых, он, короче, сука, во-первых, он стоял возле люка вначале. Я такой думаю, блядь, это по-любому Тереха. А потом я отхожу, и Тереха умирает, убивает, короче, Джокера Радос. На камерах. Ты видел, как Арсюха это сделал? Я видел. Тереха и Радос! Видел, как Радос это делает? Ребят, подожди, Радос, пойми обычную вещь. Ты только что спалился, что ты с Терехой. И даже если вы выкинете сейчас меня, я буду не предателем, то сразу поймут, что ты Радос, и ты, Тереха, два предателя. Я стоял внутри, и Арсюха просто забегает. Да. Не, мужики, Терентий. А потом расскажешь, да. Потом Радос расскажешь, блядь. Пока, Тереха! Соси! А давайте сделаем так, если это сейчас Тереха, то мы... То еще и Радоса нахуй сразу же! Блять, да! Вас так снаёбывают, блять, по... Да! Да, без проблем, что дохуя? Я, блять, бегу, я вижу... Да, все, Радос! Я бегу! Раду, не переживай, мы дадим тебе слово на следующем голосовании. Ты бежишь к дверям, чтобы... Или не дадим, посмотрим. Блядь, Радос реально видел, как Арсюха ёбнул типа, вы чё, рофлите? Не переживай, ты должен... Не переживайте, Реха, уже все проголосовали. Убегает налево, потом я с Муниверсом пошел вверх, и Муниверс это подтвердит. А потом я вернулся обратно и нашел труп. Вы можете меня перебить? Я вам, сука, дал целых ёбаных 80 секунд сказать. Я молчал. Дайте я скажу. Я бегу снизу вверх. Я вижу, как Арсений выбегает из этой комнаты, блядь, уходит влево, он видит меня и быстро забегает обратно и тыкает на труп. Вы серьезно, что ли, блядь? Радос, мы сейчас выкинем его, если Терентий не предатель. Не переживай так. Я уверен, что Терентий дыши не предатель. Дыши ровно, Радосик. Ладно. Сейчас мы выкинем Терешеньку, а потом выкинем сразу Арсений. Моментально полетит. Да ладно, что, 5-2 брата? Да. Ой! Ой! Блин, как же так? Так. Радос, тебе слово. Я могу... Радос, тебе слово. Изи. Голосуйте против меня, я не предатель. Нет, а к чему вот этот... А к чему? Нахуй ты на меня гнал? Я сказал то, что я увидел. Все. Я сказал то, что я увидел. Вот Радос. Мои ключевые слова были, вы просто... Как Арсений убил ну, так... тупа, да? Нет, я видел, как Арсений из этой комнаты забегает и забегает туда и нажимает на труп. Все, вот что я увидел. А после этого Терентия выкидываем каким-то образом? Я, блин, хуй его знает. И Терентий оказывается предателем, и который говорит, Радос, ты ж видел? Я видел, как ты выбегал из этой комнаты и забежал обратно, Арсюха, все, вот что я... Радоса дропаем, блять, какие проблемы нахуй, потом смотрим. Самый черный игрок. Да, типа, это пиздец. Блять. Радос просто обосрался жестко. Арсюха побежал куда-то, а потом нахуя-то вернулся. Это да, пиздец. Да, нахуя? Потому что я, блять, ожидал этого, лол. Пиздец. Но так как, блять, Радуга. Ну, Радуга. Почему тебе поверили? Ну, поверили? Радос, блять, такой майндгейм сделал охуенный. Я не знаю, почему вы поверили. Я вообще не понял. Заходите, остальные. Радос просто не видел. Радос не видел Терехи. Он просто не увидел Тереху. Хорошо так. Нет, я только грамотно убрал с модели. Я хотел сказать то, что я увидел. Вы приняли свое решение, все.
Так ты начал, Тереха говорит, ты видел, ты видел? И ты такой, да, Арсений убил, хотя я, блядь, я только посмотрел на него. Так, а ты сказал, что я убил его, блядь, вначале. Я не сказал, что убил. Потому что со стороны зрения Родоса ты был очень подозрительный. Сука, с ракеты уебище, блядь. Я тебя нахуй вижу за километр. Падла. Только что я бежал за инсайзом. Я только что, сука, кто-то выходил вверх, кто его убил, но я не успел увидеть, кто это. Ой, блядь, ребята, у меня сейчас... Я нашел? Стойте, послушайте, у меня, блядь, на экране я слева так... Сёмка и ник инсайза, блядь, он стоит прям рядом с ним. Но он так убил, я его труп нашел только что. Нашел, я только что видел, может, как человек... Может быть, он его убил и нашел его? Я видел... Нет, 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 я только что видел этого человека, он бегал вверх, сука, но я не заметил, кто это. Это я убежал направо вверх, я делаю сейчас, блядь, в столовой эту хуйню в центре. Какого ты помнишь был? Так как я не заметил. Скажи, справа тебя рано стоит. А где труп, да, где труп? Где? Короче, да-да, не кричи, блядь, я услышал тебя с первого раза, блядь, Ренти. Ладно, все, ну ты просто молчишь. Ну, так ты орешь, блядь, ты еще раз скажи. Ладно, смотри, ладно. Начальная комната, вниз спускаешься, командный центр. Он, блядь, я бежал за ним, буквально, блядь, один угол, я, блядь, поворачиваю, вижу, как от него убегает чел. Но я думал, короче, что это инсайз убил кого-то, а оказалось, что это инсайза убили. Короче, ну, Арсений. Я рядом с медом был в командном центре, вообще никого не видел, когда я проходил. Буквально за секунду. До того, а кто вниз пошел вначале? Арсений. Что? Его убили вот секунду. Я справа сверху от тебя. Я знаю, кто вниз пошел. Ты стоишь у трупа инсайза, знаешь, что справа от тебя? Кто Раду пошел вниз? Раду. Вниз пошел я, последний. Справа от тебя, первый раз. Так, а какая разница, куда вы пошли сейчас? Его убили только что, секунду назад. Ну это потом вначале, да. Его убили только что. Это, блядь, я был вижу, ты взял, что это причем это я, блядь? Нашел. Так он мог убить его и да, найти он под подозрением, это точно. Но с чего ты взял, что это он? Ты прям готов втопить в него или что? Это хуйня, я Джек. Я голосовал за Радугу, да, нет, такое. Справа. Ну я считаю вообще сейчас голосовать справа, нельзя. Я бы тоже не голосовал. Я приближусь к Арсению, если ты прям сейчас в Арсении стоишь. Если я сейчас, если я погибну, тогда считайте, что убийца Арсений, понятно? Подожди, я не понял. Блядь, почему я не в цвет ебучий? Радуга с Арсением сейчас? Нет. Да, у меня на экране Радуга с Арсением стоит, а он говорит, что он щитовой. Я в щитовой, блядь, ты слышите вообще? Радуга говорит, что он щитовой? Я предлагаю, смотрите, можем кикнуть Джокера, если нет, тогда Радугу с Арсением. Без проблем. Нет, это хуйня какая-то. Нет. Я скипаю тоже, это хуйня какая-то. Это хуйня идея. Ты сейчас все увидишь, Арсений, справа тебя будет Радуга. А если нас сейчас откадешит? Нас сейчас откадешит вначале. Откадешит, окей. Пизда мне. Пизда мне, такая пизда, блядь, бежит за мной. Отъебись, блядь! Фух, блядь. Блядь, мы проебали, походу. Да. Блядь, это был Максон, сука! А почему никто снизу не нашел? Пизда, Максон, ты так спалился, когда ты за мной бежал, это пиздец. В смысле, я же сказал, что я буду за тобой бегать. Джокер стоит в этой хуйне рядом с воздухом. Нет, нет. Я сказал, пацаны, может, реально сделаем меньше рейндж, блядь? Меня Максон три модельки убил, нахуй. Блядь, думал, ты меня сейчас ёбнешь, потому что ты, блядь, тупо круг за мной сделал. Чел, я с тобой всегда бегал, блядь. Блядь, это ты был сверху, да, над инсайзом? Это ты был. Сука, я, блядь, не увидел тебя, блядь. А куда ты скинул? О, как это волшебно. Я нашел труп Краймера, ребята. А, я даже знаю, кто это сделал. Это сделал Терентий, потому что Терентий и Краймер пошли направо вместе сразу. После этого Краймер. Да я Краймера даже не видел. Все, значит, Терентий точно, блядь. Я даже не думал Терентий об этом. Но я не видел Краймера после того, как мы пошли направо. Алло? Терентий убил Краймера. Где ты его нашел? Парни, я никого не видел, я никого не видел. Ну, я верю Максиму. На старте игры ты и Краймер пошли вправо. Я сказал. Правильно! А потом ты сказал, что ты его не видел. Я его не видел потом, мы разминулись с ним сразу. Ребята, я Краймера даже не видел. Так я разминулся с ним сразу. Е-е. Универс, где ты его хотя бы нашел? Я нашел его там, где карточку. Центр управления, это кажется. Угу. Это справа или где это? Потому что он... Это там, где карточку вставлять, под столовой сразу. Стоп, серьезно? Я сидел на камерах, я видел, как Терентий стоял у пульта просто.
центр управления. Ты труп не заметил? Вот там как раз краймер. Он там стоял все время. Если это не Терентий, я настолько охуенно, я настолько преисполнюсь, блядь. Ладно, хорошо, хорошо, я проголосую за Терентия. Если что, это Шус. Не, это не я могу ошибаться тоже, кстати. Не, это не Максим. Любой может ошибиться, парни. Почему это, не блядь... Максим? А что ты меня так? Даже Муни, да? Я... Потому что я видел, как он уходил в начале. Вправо. Блин, находит, трогает. Да где ты жестко палится? Вначале вообще лучше не убивать, я так понял. Так, подожди, Максим в центре. Справа никого, блин, Радос Муниверс. Блин, Сайс так за мной бегает, чудище ебаное. Я, конечно, блядь, ничего хорошо, не хочу нажали. Сказать, нахуй. Ага. Ну, типа, я бегал, блядь, за Арсюхой. А нахуй ты за мной бегал? Арсюха, блядь, просто, ну, типа, бегает, блядь, и начинает просто скидывать меня. Забегает в медблок и закрывается дверь, нахуй, по таймингу. А, там еще закрылась дверь. Поди, кто-то... Скинза тоже закрылась. У меня закрылась дверь. Везде закрылась дверь. Да, везде они позакрывали. Типа, Инсайз, они закрываются везде, и то, что ты бегаешь за мной, сначала бежишь со мной влево, я бегу... Опа, Инсайз, кинул преследователя. Ой, блядь. Блядь, ну я бегу влево, Инсайз бежит за мной. Я пошел там, где есть люди. Пошел вправо, типа. Хоскип. Так, я хочу объявить всем, что все останутся из этой хуйни без премии, блядь. Бля, я готов Инсайз с тобой ходить. Максим, это Инсайз, с премией. Инсайз, я готов ходить с тобой вдвоем. Надо Инсайза нахуй наказать в открытый космос за это, космировать его. За то, что нажал кнопку, блядь, без причины. Инсайз, пошли вместе ходить, если я умру, то ты виноват, если ты умрешь, то я. Согласен? На следующем раунде за мной какой-то прыгай. Ну пошли в медблок, а потом разберемся. Там разберемся, да? Идите вместе. Один на один, говорит, выйдем. А что такое? Да ты что, Радос, ты что, блядь? Ну что, Инсайз убедился? Какого хуя ты, блядь, не вводишь код, блядь? Стоишь у пустыни, не вводишь код. Эй, я ввёл, эй. В смысле ты ввёл? А какой код был? 47023, кажется, такой какой-то. 106, что-то там. Радуга, это Радуга, это Радуга. 1-0. 47023 был, что-то такое, я точно помню. 1-0. А он может быть разный. А кто сверху? Да он может быть разный. Да он может разный быть. Тише, смотри, ему встаю в управлении, делаю код, бегу на вторую панель, и Радуга остается там и стоит на пароле. Потому что я открыл панель, Максим. Я вижу, как ты стоишь. Я тоже открыл панель. Я специально подошел. Раду, я ушел, стрелка осталась. Я, Максим, послушай, я жду. Не было стрелки. Я жду. А ты остался. Я жду, нихуя не изменилось. Я нажимаю на пульт. Так, давайте с модель дропнем нахуй. Он заебал до меня доебываться. Инсайз. Я нажимаю на пульт, и начинаю вести курс. Ну что, ты убедился, что я не трейдер? На пустом месте доебки какие-то, блядь. Нихуя не делаю. Ну трейдер не может в скан заходить. Я вообще пошел проверил двоих. Фикшу все, блядь, нахуй. Максим виноват, суки. Блядь, работать нихуя не хотите и не умеете. Бля, сначала осмотрим нахуй, потому что работать. Максиму не верим? Я премию кинул. А какой пароль говоришь? Какой пароль? 1-0, я помню. 4-7-0-3. Пароль открытый. Бля, я же сказал, что если пропало. Вот, Раду пиздит, очевидно. Так Саркет просто твой повторил. Он не видел? А может коды разные, может, мужички? Может пароли разные, да? Да, я тоже об этом. Вы понимаете, что каждый может ошибиться? В Муниверс я вот бежал я второй оксиген запустил, Муниверс просто бежал от второго оксигена, просто в другую сторону. Не, я когда пришел не до опуса, я летел. Нет, не короче, не стояли там, но Муниверс сначала убегал, и потом на Беларуси, а потом у молдаванина оттуда, за ним. А я предлагаю... Радос, Радос, стойте, тише, 20 секунд. Так ты без причины въезжаешь. Ребята, ладно, я скажу. Вы вкинули. Ой-ой-ой, ребята. Бунт на корабле. Ёбаный рот.